Параскева Пятница – святая мученица, она является покровительницей женского рукоделия и ремесла. Назвав выставку в ее честь, педагоги Десногорской художественной школы хотели посодействовать сохранению и приумножению культурных традиций и поддержать молодых дарований. В первой областной выставке-конкурсе «Параскева Пятница» приняли участие почти 300 детей из Смоленска, Десногорска, Верхнеднепровска, села Новодугино, Ярцево, Шумячи, Починка и поселка Плоская. Призерами стали 100 участников. Их работы представлены на выставке. Воспитанники детской художественной школы Десногорска с удовольствием рассматривали работы своих друзей. Мне очень все нравится, все работы здесь красивые. Мне нравилось, как рисуют гуашью и карандашом. Я была очень рада, я даже не знала, что у меня будет работа висеть на выставке в музее. Я впервые тут. Описать все представленные работы на этой выставке и тот полет фантазии, который продемонстрировали участники, невозможно. Желательно самим увидеть творчество юных дарований.